Ну что мне с тобой спасибо делать? Я прям не знаю. Что это? Откуда, Наташка, знает, какие ты конфеты любишь? Это ты купил конфеты. Ну на, для чего? Ну пусть лежат. Да ну на все срок, конфеты еще уже срок годности не кончился. Какие конфеты? А в середине лимона, это самый спирт. Вот как действует мораль на мужчину. Мораль все басни такова. Не, ну вчера точно болел, гадом буду, вчера приболел, девочки. Был одно время, облом был. Спасибо. Я ничего не испытал. Она сказала, вот эти конфеты, и я та сама. Дискетты. Ну, Ляля, дай разуться. Она поставила. Ляля, дай разуться. Слышишь? Девочки, уберите его. Ляля. А это ж... Ляля. Ма, это рентген будем варить, да? Ой. Рентген. Из кого так его варить? Фух. Да? А, да, еще забыл. Так, решила я сварить глинтвейн. Значит, здесь у меня 350 мл вина и 600 мл воды. Сейчас буду дальше добавлять яблоки, апельсин и приправы разные. Так, добавляем сюда же глинтвейн. Это 2 ложки столовых сахара. 2 ложки. А воно ж сладкое, Іра. Давай. Не дуже багато будем, бо воно буде это. Так, я взяла, нарезала дольками яблочки. Сейчас также я порежу апельсин. Так, я добавила же сюда, лимон этот. Апельсин добавила и яблоко добавила сюда. Теперь я буду добавлять пряности для глинтвейна. То есть приправы к глинтвейну. Вот. Так, сейчас я возьму... Хочу вам показать, что тут. Тут изюм получается, потом получается, ну, это же не апельсин, это такая кожура от апельсина. Палочка корицы. В общем, все, что надо. Сейчас кинем все сюда. Сейчас его погружу туда в глинтвейн, в кастрюльку. Я так не играю. Ладно, давай. Ну, горячие бокалы не будем наливать. А что, про рису продолжаем, да, или как? Ну, ты же сегодня, вчера же не приходил. Ну, так да, вчера была температура. Пробуй уже, скажи зрителям моим, вкусно или нет. Да сильно горячий еще. Надо чуть-чуть сыграть. Легкий. Легкий, дуже легкий.
вообще на улице пить его. Ну, пусть немножечко остынет, есть... пусть немножечко остынет. На улице. Та пить, ну це ж тут вино. Ну горячий сильно. Ну как... так что? Так, ну нет, чуть-чуть это самое. Я вот сейчас оценю твои лучшие помидорки первоначально. Да, легкий, на улице пить. Обалдеть, ты что? Да? Под... Ты понравился? Под конфеты. Класс, во. В общем, тебе понравилось? Да, мне понравилось. Дядь Вова, давай теперь я. Як по-человечески? А ну. Замечательный напиток. Чего я вам желаю? Употребляйте. Корыстный. Перевожу дословно. Полезный. Нет. Так, я подарок передала. Что надо крестному сказать? Спасибо. Все, крестный, ты побачишь. А? Крестный с днем рождения. Да, спасибо за подарок. Спасибо за подарок. Он подивится и сам.